Лукашенко говорит, что в Беларуси реализовано более 1000 проектов, в которые было вложено 8 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Я вот, честно говоря, не припоминаю, чтобы такие деньги были вложены в такое количество проектов. Где же они? И потом, как говорит Лукашенко, как сволочи эти последние, начали в виде дивидендов вывозить полученную прибыль за рубеж. И, по сути дела, речь идет о том, чтобы превратить Беларусь в банановую страну, банановую республику. А Лукашенко настаивает на том, чтобы если уже принимать какие-то инвестиции, то нужно принимать только социально ориентированно, а чтобы зарплата была достойна, и чтобы прибыль вкладывали в развитие, а не вывозили дивиденды. Друзья, как вы думаете, много таких иностранцев будет, которые бы на условиях Лукашенко сегодня ввозили и инвестировали в Беларусь и современные технологии, и все по полной программе социальную защиту, и одновременно были четко в рамках пропагандистских идеологических стандартов тоталитарной системы.